Всем доброе время суток. Представляю перед вами автомобиль. Это у нас Kia Rio. Автомобиль 2018 года. Оснащен мотором 1,6 литра на механической коробке передач. И у автомобиля всего лишь два владельца. Также у автомобиля салон в очень хорошем состоянии. Спереди такой же замечательный, красивый салон. Значит, в комплектации у нас с вами все стеклоподъемники, имеется регулировка зеркал, здесь у нас с вами располагается корректор фар, подсветка приборов, датчик давления в шинах, кнопочка ESP, также имеется мультируль. Здесь у нас с вами располагается подогрев передних сидений и также обогрев руля. Здесь у нас с вами полноценный климат-контроль. Вот такая вот магнитола на базе Android с камерой заднего вида. Пожалуйста, все работает. В данный момент автомобиль заведен, идеально ровно работает мотор, ошибок абсолютно никаких не горит. Расход у нас с вами на автомобиле по городу 9,2 литра и у нас пробег на автомобиле 121 тысяча километров. Если вас заинтересовал данный автомобиль, номер телефона, адрес есть у нас в объявлении. Автомобиль можно будет приобрести по системе трейдинг, в кредит, а также наличный расчет. На этом спасибо за просмотр вам этого видео, хорошего вам настроения, всего доброго, до свидания.